Вопросы капремонта жилых домов в регионе необходимо контролировать максимально жестко. Региональному оператору нужно активизировать свою работу. Эти поручения озвучил губернатор на аппаратном совещании. Напомню, региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов была принята в конце 2013 года. Она рассчитана до 2044 года и охватывает 4364 дома общей площадью свыше 14 миллионов квадратных метров. В прошлом году по программе комплексного капремонта домов планировали выполнить работы в 101 доме. Сдали менее половины. Из 222 крыш работы закончены на 189 объектах. В рамках подпрограммы по модернизации лифтов необходимо было заменить 112 кабин в 20 домах. Закончены работы по замене 94 лифтов в 15 домах. 14-дневный срок теперь установлен для запуска лифта. И меня не будет беспокоить, вот как только ввели, у вас 14 дней. Все. И других сроков нет. И это мы как раз проконтролируем.